Привет, танкист! Вот Хаб на связи. Черчилль III, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим Crash Game врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Дни премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Market и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами. Все это есть на WhatHub. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Так, мы, пожалуйста, должны помнить одно. Брони у нашего танка нету абсолютно. Против кого бы ты ни играл. Меня ТВП в лоб пробил под калибром, напоминаю. Сема, спасибо за 10 тысяч маны. Это полный топ шерсть. Давайте, давайте, ребзики, сливаем маночку, через не можу, ребят, по трохе. А, ребят, у меня ни одного танка здесь нет. Я сейчас просто пушат довольно лайтовым сетапом, и на этом все закончится. Пошел в жопу. Фатер, спасибо за 400 элика. Большое спасибо. Сука. Ну, вообще, тут будьте здрасте сейчас будет. Он там мне лючок может прокинуть, я ему нет. А я ему нет. А я ему нет, потому что там поставили ебаный экран. На этот лючок. И надо выцелить. Блин, надо было 54-ку кидать, я его увидел. Да сука! Я ему в орудие попал, походу. Сложно с ним. У меня, видишь, у меня нет экрана в лючках, а у него есть дальномер, который не пробивается. Подъезжать я не хочу, потому что у них есть бабаха. Бабаха на скачке выкатит, а бабаху никто не переконтрит. Никто. У них есть бабаха. Бабаха в любом случае увидит меня, сможет выехать, просто дать ваншот. Они всегда так делают. Всегда. Блять, ну я не могу поехать их пушить из-за бабахи, чат. Ну вы же понимаете, что он упорится. Ебануться, блять, в упоре я попасть не могу. Точность советская вам. Бабаха просто вот здесь вот выставится и въебет меня. У меня дегенерат нахуй отсталый на фазе, смотри где стоит. Посмотри, где у меня отсталый дегенерат на фазе стоит. Вы понимаете, что я сейчас сражаюсь сам здесь? Вот это блядство, оно в любом случае меня развалит, в любом случае, чат. Молодой чисто от меня прячется, чтобы вы понимали. Не было бы бабах, я бы поехал, но он упорится. Он упорится. Поехала фаза. Конец-то нахуй. Года не прошло, блядь. ББшкой бабаха. Он даже не смотрит сюда. Мне повезло, что он дурак. Да блять, он успевает. А ну нахуй. Ух, ебать, видели, как лагнуло? Я пиздец как боюсь бабахи, чат. Он может быть, он может все испортить, блядь. Ебать, блядь! Вот это ты, конечно, закинул нахуй с вертухана, братик. Охуеть. Ебаный твой рот. И что, СТРВ по мне будешь, да? Ну да. Охуенно. Сука.
Ёбаная дрянь, блять, на СТРВ, а. Успеет дать по мне тычку, нет? Ой, хорошо. Блять, бабаха. Бабаха. Пожалуйста, контролируй бабаху, стример. Пока он меня не видит, это хорошо. Есть два фрага. Я отыграл здесь примерно на 1 000 000 из 10. Абсолютный скилл. Абсолютный скилл. Я переконтрил вообще все. Но этот скилл был возможен только по одной простой причине. Потому что на бабахе тупорылейший еблан. От остальных уже не зависело. Неважно, какой скилл был у остальных. Они мне ничего не сделали. Бабаха тупорылый, нахуй. Просто как пробка, блять. Вот, сука, тупее бабахи. Ну, я не знаю. Хуй найдешь, мне кажется. Далеко собрался. Тупой? Да, блять, еще и какой. Еще и какой тупой. Ебать, как лагает! Жесть. Просто жесть. Чуть-чуть не хватает до 10к. Сука, он в какой-то погреб залез. Блять, буквально тычки не хватает до 10к. У меня сейчас колесник спиздит чутка, да? Колесник не спиздил. 10к. Друзья, десяточка, бля! Дэнь-дэнь-дэнь-дэнь! Владистан в здании! Вот десяточка, пожалуйста, бля, полюбуйтесь. Блин, у меня снаряд заканчивается. Ну чё, ребят? Лайки, пожалуйста, ставим. Маночку сливаем. 10к первые. Первые 10к. Сейчас посмотрим, на каком бою первая десяточка прокнула. Вот это я понимаю, ребят. Красота. Ну здесь отыгрыш от меня был идеальный. Но мне повезло с тем, что вражеская бабаха была тупенькая. Это правда. Потому что она могла мне гораздо больше сделать проблем. Прям гораздо. Так, ну хоть только здесь может быть. Все. Вот и так. Нифига пробил. Может, еще раз пробьешь? Практически 11 тысяч, ребят. Офигеть. 6 фрагов. 10 700 урона. Слада. 8 400 натанкованного. Кто батя? Кто отец? Слада. Практически 11 тысяч, чуваки. Практически 11к. Это мой абсолютный рекорд за все время игры. Мастер! Слада! Да ты ж моя радость! Еще ЛБЗшку выполнили на объект 260 и ТТ-15. Бля, нихера! Вот это присыпка! Да ты шо? Кайф! Кайф, чат! Просто кайф! Итак, дамы и господа, мы этот бой, этот, мать его, легендарный бой на 10 700 урона. 10 716 урона. Вы посмотрите, как сыграла моя команда, друзья.
2400 ближайший ко мне. 2400. Хорошо. 8 минут 42 секунды происходило это избиение младенцев. 10 716 урона. Это мой абсолютный рекорд за все время игры на этом танке. Причем этот бой был сыгран, чтобы вы понимали, на 9-й. Даже 10 боев я еще не откатал и десяточку уже сделал. Ну что, ребят, как вам? 9 боев. 9 боев. 10 716 урона. Абсолютный рекорд за все время. Даже на моем старом аккаунте 992 боя было сыграно. Максималка 10 358. 10 716. На 9 бой. Просто на 9 бой. Идеально отыгранный бой, на самом деле, с моей стороны. Все отконтрил. Единственное, что у них бабаха была тупая. А на остальных все равно. Были бы они умные, были бы они тупые, там без разницы, я их все равно разрывал за счет ТТХ. А бабаха могла испортить все, но она оказалась тупая, она не выехала меня контрить, когда я их долбил. Ребят, я считаю, что за такое можно поставить жирный лайк. Это просто охренеть. Это просто охренеть. Это просто охренеть.